вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, Тоня светит, танцует Риориту, веки полуприкрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. Плыла ты над нами через страх и озноб, через восторг побед Аргентины, далекой привет. Ах, Риорита, как плескалось алое знамя в нашей юной стране, был каждый юный вдвойне, где все это не было и нет. С ближайшей станции родителям отобьем телеграмму. Поедешь пока с нами, а дальше решим. Ну чего ты, Витюша? Ну чего ты, смотреть на тебя больно. Беглец ты наш. Она меня презирает. И правильно. Я не должен был. Я сам себя ненавижу за это. Ну, знаешь, чувство – дело такое. Нечаянно нагрянет. Ты что думаешь, мы с дедом-то с твоим тоже, между прочим, с детства были знакомы? Ну, бегал такой Колька Антонов по городку. Ну, знали мы друг друга, ну, не обращал я на него внимания. А потом пришел со службы в форме. С усами. Не с усами, с усищами. Такой нелепый. Ну что, я как стояла на месте, так прямо и рухнула. И вот, как видишь, прикипела на всю жизнь. Да, но вы не были братом и сестрой. А вы с Надькой тоже. Одевайтесь. Скажи, Сим, сколько мне осталось? Нет, ты честно скажи, я успеть должна. Ну, Сим. Полгода. Год это в лучшем случае. Вы бы своим сказали, а? Нет. И ты. Молчи дальше, я не хочу быть никому обузой. Мария Андреевна, это когда совсем тяжело станет. Сейчас, миленький, иду. Хоть домой не приходи. Ты этого добиваешься? Только при детях не кричи, пожалуйста. И вообще, ты себя немного ли жалеешь? А дело не во мне, Надюш. Ты хочешь уехать? Москва. Леночке серьезно музыкой заниматься. Старшим школу, ты думаешь, я не понимаю? Никто уж в этой дыре не держит. Едьте. Уедем.
Как только пойму, что можешь без нас, сразу же уедем. Надь, Вить, вернулись? А Витя где? А Витя сбежал. Ну, конечно, после вашего спектакля, ну, как же, естественно. Да и слышать больше о нем не хочу никогда, предатель. Дед, ну что ты ходишь вокруг да около? Думаешь, я не понимаю, на какой разговор ты меня позвал? После школы хочешь, чтобы я в военные пошел. Знаешь, традиции никто не отменял. Да не мое все это. Вон, Надя с мамой смеются, что я муху обидеть не могу. А там приказы надо отдавать, кричать. Может, даже бить кого-то. Ну, знаешь, приказы можно по-разному отдавать. Да я вообще против всего этого. Извини. А, кстати, сейчас. Подержи. Где это? Так. Помнишь, как мы собирали, клеили? Мне это интересно. Что плохого в том, что я самолеты буду строить? Значит, ты уже все решил? Да. Дед! Медальки покажи. Красивые, да? Ага. И дорогие. Руки уберите. Слышь! Не трогайте. Сопляк. Сюда иди! Сейчас получим! Ага, вот! Дошли! Держи его! Валим! Вот, вот. А говорил, что мухи не обидишь. Это я только из-за тебя, дед. Сам бы я... Ну, давай, собирай свою библиотеку. Пошли. Коль, что за ребячество? Как можно такие опыты над человеком? Ничего. Зато теперь понятно, что мужик растет, а не сопля. Спасибо, дед. Витя! Вить! Знаешь, а мне твоя армия не нужна. И железяки свои можешь в музей сдать. Виктор! За боевые заслуги? А я знаю, что солдат такое не уважает. Говорят, за бытовые услуги. Дед, ну что ты, ей-богу, а? Разрешите идти? Кругом? Шагом марш? Здравствуйте. А, здравствуйте. Я к вам полгода как на работу. Знаю, знаю, надоело. Но я с 53-го этой комиссии добиваюсь. Расписывайтесь. Вот тут, ага. Спасибо. Берите. Отсутствием состава преступления Козуб Степан Иванович полностью реабилитирован. Это все. Человека оправдали так просто. А ты что хотела? Чтобы с барабанной дробью и с колокольным звоном? Оправдали, радуйся. Еще чем-то недовольна. Вот так вот. Оправдать-то оправдали, а человека не вернешь. Человека не вернешь. А имя можно. Это твой дед. И твоя мама. Вот, а эта мама уже взрослая. Как ты сейчас.
с твоим отцом. Ты прости, девочка, что так долго молчали. Пойми, почему. Вот. Это твое. Видишь, внученька, деда твоего нет, и мамы, и отца твоего. И я ненадолго здесь. Ты близких держись. Витька хоть и не брат по крови, самый близкий тебе будет. Любит тебя крепко. Я знаю. Я жизнь прожила. Тетя Тима, не обманывайте меня, пожалуйста. Я будущий медик. Скажите мне правду. Это канцер. Сима. Сим. Видишь, у меня лучший случай. Я госпродержалась. Было для кого. Я Витьке не прощу, что его сейчас тут нет. Надя, но он все равно бы не успел к похоронам. Самолетом успел бы. Я не прощу, что он уехал ни строчки почти за год. Не нужны его стали москвичу. Надя, ну… Ну, сердито на всех. Ну пойми, это была ее воля, чтобы мы не рассказывали о твоих настоящих родителях. Слышишь? Ты мне покажешь, где моя мама лежит?
А могилу отца не найти? Понятно. Кинулся. Зачем же вы за руль-то? Ну, машину перегнать, преграда уехала. Что вы вещи за 100 километров носите? Ой, Наталья, опять баловство? Не успели приехать, уже ЧП? Но... Все живы? Я вот штаны порвал. А, штаны не беда, это мы зашьем. Главное, чтобы хозяйство цело. Правда? Ребятушки, а чего стоим? Давайте, берем прибор и несем домой. Только осторожней. Спасибо. Вот. Так, а вы возьмите картину. А вы, молодой человек, возьмите чемодан и осторожненько. Вы... Мама Глаша, это называется телевизор, а не прибор. Телевизор, слышали? Так что держите крепко. Ну что, идем ремонтироваться? Не-не, я сам. Давай. Да идем. Орлы, здесь узенько, осторожно. Осторожненько. Устройство, пожалуйста, в кабинет. Там дверь открыта, и ставим на пол. Давай штаны-то. Да не смотрю я, не смотрю. Ой. Это мой отец. Сейчас же в комнату отнеси. Страшный человек. Выполняйте. Ты давай беги. Беги. Да стой. Портки-то зашью. Здравствуйте. Но это не обязательно. Там, к слову сказать, документы о моем новом назначении. Ну, Наталья, где ты этого сокола изловила? А он тоже из этого дома. Ага. Из какой квартиры? Да он даже имени-то не назвал. Кстати, Кубенская Наталья Юрьевна. Я из 40-й. Ой. Ой, я курица слепошарая. А я-то гляжу. Лицо знакомое. Отрадушка мой. Витя. Витенька. Да, отрадушка скоро меня перемахнет. Простите, Екатерина Афанасьевна. Глаш, хватит. Так рада вас видеть, ревну. Как институтка. Это уже старческая. Глаш, все мы не молодеем. Дети уже какие, а внуки? Вон, как выросли. Чуть подальше. Юрий Иванович! Да. Она опять. Спасибо. Я по поселку разрешаю. Спасибо, пап. Балует ее, как принцессу. Будь прокат. Все нормально? Ой, всю любовь от Анны покойной на нее переложил. Нет, упаси Бог, я не жалуюсь. Я же любви-то от него никогда не ждала. А мне за счастье с таким мужиком состариться. Почти как вы. Офицерская жена. Надо же. Глаша говорит, мы с тобой в детстве в Германии почти год бок о бок прожили. А я не помню ничего. А я помню, как в Германии были, как возвращались. И как сестру мою схватил. Ну, неважно, был там один. А я отбивал в 3 года. Ого! Так ты герой у нас. Ну, так. А водить умеешь, а? Ну. Могу за руль пустить? Не, не хочется. Так ты не умеешь. Я не понимаю.
смотри. Вот здесь? Да, да, да. А вот здесь? Вот, смотри, да, сюда. Вот. А, это новое. Витя. А, привет. Привет. Витя. Привет. Привет, мам. Вы чего не предупредили? А мы с промтом. Ага. Вот так. Только что с поезда узнали, что вы все здесь. А, здравствуйте. А, здрасте. Это Наташа. Дочь Юрия Ивановича. Да что ты? Да. Боже мой, какая большая. Какая красавица. Да. А это Надя. Ну, вы не помните, привет, наверное, друг друга. Вы маленькие были. А это Лена, моя младшая дочь. Привет. Отлично, спасибо. Это Мир Косаенко из моего класса. Между прочим, его родители с вашими тоже знакомы. У них в поселке дача. Мирка! А? Да. Иди сюда. А запиши нас для истории. Сейчас. Посмотри, какая у Вити сестра красивая. Берешь в невесту, а? Да легко. О! А меня спросить? Мирка, спрашивай. А то Надя у нас загадка. Витя про нее тоже молчит. Ты чего с братом не поделил? Со стороны как враги общаетесь. Зато ты. О! Часто общаетесь? А я в ту же школу перешла, что и он. Блатмейстерскую. Отлично! Классный кадр. Спасибо. Ай! Что? Мне кажется, ногу порезала. Давай, иди сюда. Ай. Сильно? Очень больно. Ай. Смотрим. Надюш, это временно. Вот Ленька обещал в Рязанском училище договориться, так что, если выгорит, останемся там. Пока помотаюсь. Все. Алеша, прости меня, пожалуйста, но я в Рязань не поеду. Опять все с нуля начинать, ну, зачем? Чтоб потом на новое место? Нет, извини, без меня. Как это без тебя? Ну так. Ты поезжай, а мы с детьми здесь. У них школа, институт. Ну, ты был прав. Зачем их срывать? Тогда из-за сердца жалела. Уже нет, не хватает сил. Как знаешь, Надежда. Здесь маму подождешь, хорошо? Она сейчас должна уже подъехать. Все, давай, удачи тебе. Вы мама, да? Да. Я уже закончила. Что ж вы здесь? Привет. Чтобы ее не смущать. Она волнуется, а я, наверное, да, еще больше волнуюсь. Не знаю. Нет причин. У вас очень одаренный да. ребенок. Спасибо. И подготовленный. С тобой кто занимался? Меня бабушка Маша научила. Спасибо бабушке Маше. В общем, мы зачисляем в первый класс. По специальности ко мне. Домой. Марк Львович. Очень приятно. Надежда Николаевна. Очень приятно. Привет, товарищ майор. Добро пожаловать, товарищ майор. Неправильно руку держите. Вот так правильно. Извините. Алексей. Вера. Волношина. Присаживайтесь. Спасибо.
смотрите, кто там ближе, Терехов Виктор. Извините. Ура, товарищи! Да, тоже зачислено, уже видела. Ты как тут? Как и ты. Экзамены писала в другом потоке. Желающих-то немало. Так что будем с тобой самолеты строить. Привет. Ладно, сокурсник. Пойду папу и маму Глашу порадую. Я хотела тебе нет, сказать… Нет, это я хотел сказать. Послушай, нет, мне Вить, кажется, нам… Вить, послушай, ты вот что, ты это в голову не бери. А, ну, то, что тогда. Ладно? Да, я знаю, что это не так, но мы брат и сестра. И только. Наташка хорошая девушка. Так что… Послушай, я не… Вперед, братец. Лучше бы нас на кукурузу отправили. И почему же? А это как в плакате кукуруза этой. Мясо и сало и молоко. Да я сам, ты что? Что я немощный, что ли? Так непривычно видеть тебя в колхозном. А я до последнего не верил, что ты приедешь. А я за тобой всегда и везде поеду. Еще не понял? Кубенская! Кубенская! А ты знаешь, что ученые доказали, что мужчина по своей природе всегда охотник? И ему неинтересно, когда добыча сама прыгает. А ты знаешь, что еще доказали, что мужчина произошел от обезьяны? И ты, Кищук, лучше этому подтверждение. Терехов, ты что, под гитарку петь забрался? Точно! Наташке кубенской серенады, так она и без того готова. Отвали. Проигрался. Кто-то слышал, что местный сказал Наташку к нему привезти. Ну и? Что ну и? Данька выманил куда-то ее. Нет ее в комнате. Себя корчишь. А? Я же видел, как ты на парня падал. Я же не первый у тебя. На. Иди сюда. Вот. Вот. Иди сюда. Иди сюда. Так. Эй! Ты что творишь, гнида? А? Слышь? Ты что, зачистник, что ли, а? Ты что? Ну что, тварь, получил? Помогите!
Пашка наш известный охотник. О, ни одной юбки заезжей не пропустит. За все ответит. Не волновайся, девонька. Спасибо. Выпей, выпей. И не серчай. Ну, бывает. Ты бойца своего буди. Ага. Да будиться не могу. Это у них семейное. Говорил, спят, как убитые. Чепун тебе на язык. Как убитый. Живой. Ну ты и хорош. Вить, вставай. Вставай, борьба за урожай не ждет. Вам. Это мне? Откуда? Такие в декабре. Мне специально привезли. Слушайте, это как в сказке. 12 месяцев. Муж, он много летает по должности. Эти цветы вот. Папа маме подари. С наступающим вас, Марк Львович. Надя, вас также. Надо. Понял, сейчас исправимся. Сейчас бы Витюху сюда с гитарой, Надюшку с гармоникой, да? Семейный оркестр Тереховых. Всегда мечтал играть вместе с семейным оркестром. Давай еще разочек. И... Надюш, давай с нами. Невозможно это слушать! Можно соседей пожалеть? Можно. Кстати, правильные люди говорят. Государство нас на спичках нагреет. Коробок стоил 8 копеек, а теперь копейку. На 0,2 нагреют. У тебя другие темы есть для разговоров? А то я только и слышу. Новые деньги, старые деньги. Сколько стоило, сколько будет стоить. Надюш, а с тобой что, возвышенным говорить? Извини, я образованием не вышел. На пианинах играть не умею. Мама, папа, хватит ругаться. Мама, папа всего на 3 дня приехал, а ты? Леночка, я вот написал, в Шумане проработать аппликатуру. 2 этюда черни на разбор. Хорошо. Надя, Надя, входите, мы закончили. Добрый день. Добрый. Лена молодец сегодня.
происходит. Ой, ой. Простите. Вы меня простите, неловок. Только от меня держитесь подальше. Все-таки весна, а меня угрозило заболеть. У вас жар? Почему вы работаете? Дома еще хуже. Тотальное одиночество. Стакан чая даже подать некому. Надя, прекратите это немедленно! Послушайте, у меня есть домработница. Я пожалел ее. Запретил приходить, пока болею. Надя, и вам не следовало бы. Ой, да что вы, мне не трудно. У меня дети чем только не болели. Ко всему стойкая. Вы удивительны. Сейчас сменю. Не верится, что у вас уже взрослые дети. Да. Аккуратненько. Спасибо. Так гораздо легче. Это моя супруга. Вы ведь были у нее на концерте? Да. И как? Ну, вы и она, ну, я не знаю, для меня, ну, как небожитель. К сожалению, две творческие единицы в сумме образуют ноль. Поэтому жена уехала в Ленинград. Кировский театр давно сманивал. Уже не важно. Вы чудесны. Перестаньте. Правда. Слышала, Веруня? Майору твоему должность предложили на постоянной основе. Во-первых, он не мой. А во-вторых, обращайтесь, пожалуйста, как положено. Виноват, товарищ капитан Волнушина. Я волнуюсь, как и все в вашем присутствии. Отставить шуточки по поводу фамилии. Счастливо. Отлично смотритесь на фоне самолетов. Вам бы еще летать. Списан. Мотор пришел в негодность. А это правда, что вас назначают к нам? Я еще не принял должность, решаю. А я могу что-то предпринять, чтобы вы решили остаться? Поехали. Вот так, Алексей Петрович. Это я. Ага. Можно? На чистоту решила. Мы люди военные. Чтобы остаться пришла. Люблю я тебя. Крепко. С первой встречи люблю. Каждую ночь глаза закрываю. Тебя вижу. Лежу, мечтаю. Полночи. Все знаю. Семья у тебя. Дети. Жена Надя. Надежда. Ну, а я Вера. Не прогонишь, кем угодно для тебя стану. На все согласна. Только чтобы с тобой. Ты только сразу не прогоняй. Запах вкусный. Это духи? Нет. Это мой запах. Волнует. Да я все понимаю.
Жена – это жена. А мне хоть караульной под дверью. Позволь, только чтобы рядом с тобой. Только чтобы рядом с тобой. Я не тот, понимаешь? Я принесла вашу почту. Спасибо. Повсюду наш герой. Вот, Надик, вот кто настоящий небожитель. Да. Музыкантам такая слава и не снилась. Я наконец-то заставил домработницу потрудиться. Чтобы нам с вами отметить. В самом деле, что? Мало поводов. Мы с вами встретились. Гагарин в космосе, и я выздоровел благодаря вам. И мы... наконец можем. Можем что? Ты мне очень нравишься. Спасибо, извините, я... Спасибо. Надя, я не понимаю. Это все, все не то. Этот стол, это шампанское, и вы... У вас дурацкий халат. Извините, пожалуйста, я... Я больше не приду. Это пошло. Извините. Извините, ради бога. Я больше сюда не приду. Я не хочу. Я не хочу. Он самый лучший папа на свете у нас. Самый лучший. И еще мне очень нравится ваш оркестр. Я хочу, чтобы вы мне играли всегда-всегда. И громко-громко. А вы нам что-то принесли? Пацаны. Спасибо за шоколад. Отдай, это моя правда.